Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Минюст с требованием признать иностранным агентом певицу Лайму Вайкуле, поддержавшую киевский режим на концерте в Израиле, передает Лайв со ссылкой на соответствующее обращение. Общественник напомнил, что в недавнем выступлении в Тель-Авиве артистка дала обещание приезжать на Украину и петь вживую, а также передала микрофон женщине из коллектива, стоящей рядом, в которой та прокричала лозунг украинских националистов. Просим рассмотреть вопрос о внесении Вайкуле Лаймы Станиславовны в реестр физических лиц, иностранных агентов на основании федерального закона о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, говорится в документе. Бородин также напомнил об интервью Вайкуле, в котором она раскритиковала российскую власть и проведение спецоперации. Кроме того, певица заявила, что якобы содержала весь Советский Союз, а ее коллега Алла Пугачева тащила на плечах всю Россию. Ранее на одном из последних концертов Лайма Вайкуле вышла на сцену в новом пышном парике, напоминающем прическу Аллы Пугачевой.